Здравствуйте, в эфире программа «Аграрный вопрос». Меня зовут Алексей Киян. Потребуется ли когда-нибудь российским пивоварам российский хмель? Повлияет ли на рынок ячменя изменения в законодательстве, затрагивающие пивоваров? Кто производит отечественный солод? На эти вопросы нам сегодня поможет ответить член научно-экспертного совета Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации, а также президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя и солода Александр Мордовин. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. И в начале беседы давайте сначала обрисуем вообще ситуацию вот с ячменем, какой она складывается на данный момент. Можно вот вспомнить то ценовое падение, которое было с 2008 года и продолжалось, в общем, к тому, что там, цена на пивоваренный ячмень, в общем, ячмень высшего качества, пришла там, к цене 3-3,5 тысячи рублей за тонну. И вот сейчас мы видим вновь взлет. Вот с чем было связано падение и с чем связан такой взлет и что будет дальше? Цена на пивоваренный ячмень в первую очередь, естественно, определяется общими ценами на зерновые культуры, присутствующими на российском рынке. То есть взлеты и падения цены на пивоваренный ячмень в первую очередь связаны с общей динамикой взлета или падения цен на зерновые культуры. Но учитывая ту особенность, что пивоваренный ячмень является культурой нишевой, а нишевость заключается в том, что есть у нас большое количество сельхозтоваропроизводителей, которые готовы производить пивоваренный ячмень, и достаточно ограниченное количество конечных потребителей, которые, по сути дела, формируют заказ, и на основании этого заказа более-менее формируются цены. Получается ситуация в одном году, пивоваренный ячмень стоит у нас меньше или больше средневзвешенных цен на аналогичные зерновые культуры. Если берем конкретику, то есть 2008 год, цена на пивоваренный ячмень у нас составляла в районе 10 тысяч рублей. Затем произошло, как мы знаем, резкое падение, когда цена на пивоваренный ячмень практически скатилась до уровня цен фуражного ячменя. И в прошлом году произошел очередной взлет. Аналогичная ситуация происходила и с зерновыми культурами другими. По пивоваренному ячменю ситуация, по сути дела, осталась. То есть можно говорить о том, что в принципе все остается в таком же тренде, как по зерновым, так же и по пивоваренному ячменю. То есть здесь нет каких-то особенностей. Конечно, может быть различия, да, процентуальные, 10-20% в зависимости от спроса на пивоваренный ячмень, наличие переходящих остатков пивоваренного ячменя у тех же трейдеров, у солодовины или пивоваренной отрасли. Но корреляция более больших масштабах, в принципе, она маловероятна. Ну, в России уникальная ситуация сложилась с производителями. Производителями именно пивоваренного ячменя часто бывает так, что от пивоварни мы приходим к полю. То есть пивовары сами вынуждены заходить в аграрный сектор. Ну вот почему так сложилось и какие плюсы и минусы есть вот у этой системы, которая сложилась сейчас в России? Это хороший вопрос. Немножко истории вспомним. То есть был у нас Советский Союз и был российский пивоваренный, или советский, правильно его назовем, пивоваренный ячмень, который не обладал, к сожалению, теми качествами, которые востребованы сегодня. Раньше Советский Союз удовлетворял свои потребности в пивоваренном ячмене самостоятельно, затем произошла смена, по сути дела, понятия, что есть пивоваренный ячмень, и пивоваренный ячмень именно российской советской селекции, он оказался невостребованным, потому что пивоварам нужны были современные сорта с высокой, например, экстрактивностью, с показателями, которые удовлетворяли бы их максимально в технологических процессах. Поэтому с конца 90-х в России начинает появляться так называемый импортный пивоваренный ячмень. Он востребован, потому что его хочет перерабатывающая отрасль, и его площади размножения начинают увеличиваться. В связи с этим возникает спрос на ячмень, который имеет уже совершенно другие характеристики. Ну вот мы сейчас говорим часто о том, что это русский ячмень, о том, что это русский солод, русские солодовни. Ну вот мы говорили о селекционерах и о том, что сорта, ну советские сорта ячменя, они не были годны. Так какие же сорта все-таки сейчас выращивают? И есть ли работа в России именно над селекцией? К сожалению, к моему действительно большому сожалению, российский именно ячмень пивоваренный пока на данный момент не появился. Возможно ли появление его в будущем? Достаточно сложный вопрос. Почему? Потому что в пивоваренном ячмене именно на стадии селекции в него закладываются
характеристики, которые раскрываются затем в солодовинных и пивоваренных процессах. То есть селекция пивоваренного ячменя одна из самых сложных. Как можно заложить, например, на генетическом уровне в определенном сорте максимальный показатель уровня белка? Или как заложить в него высокие показатели экстрактивности? Каким образом это все проявится при солодоращении и пивоварении? То есть селекционер работает активно с солодовщиками и пивоварами и, по сути дела, старается вывести такой сорт, который бы удовлетворял потребностям отрасли. В России существуют, как мы прекрасно все знаем, определенные проблемы вообще с селекцией, а в частности очень серьезной селекцией пивоваренного ячменя. Я был бы лично рад, если бы у нас появился пивоваренный ячмень, но здесь селекционерам нужно сотрудничать с перерабатывающей отраслью, которые будут совместно вести эту деятельность. Насколько силен или, может быть, не проявляет себя интерес с точки зрения сельхозпроизводителя, сельхозтоваропроизводителя к пивоваренному ячменю? Сельхозтоваропроизводитель, с моей точки зрения, что для него самое главное? Самое главное – востребованность того товара, который он произведет, и гарантированная цена. И неважно, это пивоваренный ячмень или какая-то другая культура. Если отрасль перерабатывающая может дать производителю, сельхозтоваропроизводителю определенный заказ сформированный с определенной ценой, которая подразумевает достаточно неплохую рентабельность, тогда сельхозпроизводитель готов, а на данный момент наш российский сельхозпроизводитель может производить самый высококачественный ячмень, который только присутствует в мире. Мы активно работаем с Берлинским институтом пивоварения и отбираем регулярно каждый год образцы российского пивоваренного ячменя, которые проходят соответствующие, соответственно, проверки на солодовинные пивоваренные характеристики в Европе, в Берлине. То есть эксперты Берлинского института пивоварения нам говорят, что на данный момент образцы, которые были предоставлены из России, соответствуют лучшим мировым стандартам. Что это для нас значит? Мы можем производить, и причем не только для удовлетворения собственной потребности, которая составляет на данный момент у нас около 2 миллионов тонн в России в соответствии с производством пива ежегодного, но и в принципе мы готовы выйти с этим новым качественным продуктом. И действительно, пивоваренный ячмень может стать вообще уникальной культурой, с которой начнется выход России на серьезные экспортные рынки, где востребовано качество. А почему именно с ячменем, а не с солодом? Кстати, с солодом, в общем, мы выходим на рынки зарубежные. Солод – это продукт переработки, по сути дела. И в большинстве стран существуют свои солодовинные мощности, которые, естественно, все хотят загрузить. То есть, по сути дела, солодовня может быть построена где угодно. В любой стране мира. Самое главное, чтобы логистика соответствовала, можно было удобно подвести ячмень и удобно вывести солод. Если же пивоваренный ячмень, то здесь, извините, к сожалению, воспроизвести пивоваренный ячмень там, где захочется, у нас не получится. То есть для этого нужны соответствующие агроклиматические условия. И выращивание пивоваренного ячменя в силу своей специфики возможно в достаточно ограниченных территориях. То есть все-таки надо развивать ячмень. Но вот все-таки сельхозтоваропроизводители очень осторожно относятся к этой культуре, потому что первая проблема – это действительно сбыт. Есть такое ощущение, что все просто поддельно, и если у людей, собственно, агрохолдинг, то зачем им закупать оттуда? Вот что можно сказать по этому поводу? Так это на самом деле? Или все-таки сельхозтоваропроизводителям стоит присмотреться пристальнее к этой культуре? Смотрите, российский уровень производства пива ежегодный составляет, в зависимости от года, плюс-минус 100 миллионов гектолитров. То есть, если пересчитать этот объем пива на то количество ячменя, которое необходимо, чтобы произвести это количество пива, мы выходим на цифру, составляющую в районе 2 миллиона 200 тысяч тонн. По сути дела, такое количество пивоваренного ячменя может произвести любая область Центрально-Черноземного региона и даже более этого. То есть, что получается? Мы можем произвести гораздо больше. И для сельхозтоваропроизводителя важно понимать, будет ли востребован его пивоваренный ячмень. Представьте, мы возьмем 5 областей Центрально-Черноземного региона, и каждый из них произведет хотя бы по 1 миллион тонн. У нас получится переизбыток производства, который, естественно, негативным образом скажется на ценообразовании. На данный момент для сельхозпроизводителя производство пивоваренного ячменя этот год и следующий год будет достаточно выгодным.
делом. Единственное, что не стоит ожидать каких-то особо высоких цен. Почему? Потому что в России, во-первых, цена на пивоваренный ячмень зависит всегда от уровня общемировых цен, потому что солодовщик или пивовар, он может сказать: в России мне дорого, я куплю за рубежом. Доставка, растаможка, конечно, немножко поднимает цену, но тем не менее у отрасли всегда есть альтернатива между российским пивоваренным ячменем и импортным. Значит, цена не будет однозначно превышать показатели. В Европе и вообще в мире прогнозируется на следующий, на 2011-2012 годы ценовой диапазон 150-175 евро за тонну. То есть умножаем, соответственно, в пересчете на наши российские рубли, получаем 6-7,5 тысяч рублей. И скорее всего... Плюс растаможенная стоимость растаможки. Да. То есть российские цены никогда не будут выше. Потому что это экономически нецелесообразно для пивоваров и солодовщиков. И здесь ценовой диапазон, в котором будет находиться российская цена, составляет, соответственно, от 6 до 8 тысяч рублей. То есть это примерно показатели, скорее всего, будут нас ожидать, соответственно, в 2011-2012 году, если не возникнет очередного форс-мажора, который был в прошлом летом. Ну вот кроме солода и ячменя, для производства пива нужен хмель. А вот что происходит с российским хмелем? Есть такое ощущение, что он не востребован пивоваренной промышленностью совершенно, вот именно российский хмель. А так ли это на самом деле? Опять же, почему так сложилось и что делать российским хмелеводам, если они еще остались? На данный момент ситуация действительно очень серьезная в хмелеводческой отрасли России, которая существовала и обеспечивала хмелем всю советскую пивоваренную промышленность. Но какая на данный момент ситуация? Крупные пивоваренные компании, естественно, заинтересованы, как мы уже с вами говорили, в пивоваренном ячмене. Почему импортный не российский? Понятно, показатели существуют. Аналогичная ситуация и с хмелем. Нужны те сорта хмеля, которые востребованы пивоваренной промышленностью. На данный момент это, естественно, сорта с высоким содержанием альфа-кислоты. К сожалению, в России таких сортов просто-напросто нет. И отсутствует, естественно, в России еще и отрасль перерабатывающая, потому что просто-напросто хмель, его нужно собрать, его нужно высушить, его нужно переработать или в пеллеты, или произвести экстракт и, соответственно, уже продать пивоварам. На данный момент в России вся практически производственная цепочка хмеля не существует. Хотя, с моей точки зрения, ничто не мешает возникнуть этой производственной цепочке. Не было у нас цепочки производства пивоваренного ячменя, она появилась. Нет на данный момент практически в России российского хмеля. Есть площади размножения, по моей экспертной оценке, где-то они составляют по прошлому году не более 300 гектаров. Вот, то есть это, по сути дела, практически ничего. Проблема существует еще и с урожайностью. Если в Европе средняя урожайность хмеля составляла около 2 тонн с гектара, то российские, к сожалению, показатели не дотягивают и до 1 тонны. Плюс это, соответственно, в основном своей массе сорта ароматического хмеля, которые, как я уже сказал, менее востребованы. То есть, опять же, вполне возможно, что если российский хмель будет появляться, то это все будет по инициативе пивоваров, пивоваренных компаний. Потому что тут нужно начинать с нуля, нужно привлекать инвестиции, нужно закупать семена, нужно осваивать технологии. Я хочу, конечно, надеяться, что не все у нас в нашей отрасли будет происходить по инициативе пивоваров. Почему? Потому что, я считаю, со стороны нашего правительства тоже должны быть сделаны определенные шаги для того, чтобы создать эту производственную цепочку. Производство хмеля в России должно быть. И должно быть в том объеме, как минимум, удовлетворяющий потребности российской перерабатывающей промышленности. Почему также потом не задуматься об экспорте? И здесь, я считаю, очень важно понимание государством необходимости работы по хмелю. Почему? Если возьмем Европу, среднее хмелеводческое хозяйство – это именно крестьянско-фермерское хозяйство. С площадями размножения хмеля не более, как правило, 20 гектар. Если мы пересчитаем тот объем хмеля, который необходим российской пивоваренной промышленности, то мы выйдем на показатели, примерно составляющие 400 тонн альфа-кислоты или, по сути дела, на площади размножения, которые превышают 2-3 тысячи гектар. Это даст работу, естественно, большому количеству, сотням крестьянско-фермерских хозяйств по всей стране. И здесь по всей стране или все-таки на юге?
Вы знаете, по нашим, в соответствии с нашими исследованиями, которые мы проводили, хмель может произрастать не только в тех территориях, которые считаются как бы исконными территориями произрастания хмеля. Раньше хмель рос прямо буквально под стенами Москвы. В Московской области существовала хмелеводческая станция в советское время, которая поставляла хмель, соответственно, на производство напрямую в Москву. То есть здесь, по сути дела, есть, может быть, определенный дефицит, определенные программы, назовем ее условно российское хмелеводство, естественно, в сотрудничестве с крупными пивоваренными компаниями России, которые были бы заинтересованы в появлении в России того хмеля, который им нужен. Не навязывать, естественно, а сотрудничать вместе с пивоваренным бизнесом. Ну, в любом случае, сначала должно быть какое-то объединение, которое возьмет на себя вот эти вопросы организации множества небольших фермерских хозяйств, если представлять это вот развитие как развитие программы. То есть нужен какой-то центр, где бы вот происходило вот все эти вопросы, чтобы фермеры знали, что они смогут продать хмель, потому что хмель, он же высаживается не на один год. И не на 2 года, то есть закладывается хмельник и дальше. Естественно, и потом на несколько лет. Абсолютно правильно. Инвестиции в хмелеводство достаточно высокие. Самое главное, на мой взгляд, это обстоятельство, что хмель может произрастать в России и может быть качественным. Вторая составляющая, как организовать всю производственную цепочку, вы правильно абсолютно сказали, как наладить работу с пивоваренной отраслью, как наладить работу с сельхозтоваропроизводителями, какие формы государственной поддержки можно, соответственно, привнести в эту программу и в итоге какой результат мы получим. Будут ли им довольны пивовары, нужно ли им это вообще для чего что-то создавать, если это может оказаться невостребованным. Поэтому на данный момент мы достаточно активно сотрудничаем с Союзом российских пивоваров, и тема хмелеводства, она присутствует в наших переговорах. И я думаю, что с течением времени эти вопросы могут быть решены, если, соответственно, российский сельхозпроизводитель сможет доказать, что он может производить качественный хмель. Но почему тогда российской пивоваренной промышленности его не покупать? Ну вот Союз пивоваров, в общем, имеет по этому поводу некую точку зрения, и пока он, насколько я понимаю, не очень заинтересован в производстве российского хмеля, то есть всех устраивает ситуация, когда мы закупаем хмель за границей, потому что, ну, опять же, выйти на такие объемы, которые, ну, будут заметны в отрасли, это, в общем, дело не одного года, так? Так это или нет? Да, то есть если говорить о программе, как мы ее вам назвали, российское хмелеводство, реализация ее потребует не один год, то есть с момента и до завершение, я бы сказал, потребуется 6-7 лет, это минимум. А вот, это является достаточно длительным периодом для краткосрочного вложения капитала. Вот, да, может быть, на данный момент времени, раз нет в России, проще, конечно, приобрести то, что предоставляет нам, соответственно, мировая промышленность. Ну вот, если уже заговорили о союзе российских пивоваров, вот в чем различие, в чем схожесть вашего союза, какие цели преследует ваш союз национальных производителей российского ячменя, да? Вы знаете, наши два союза являются звеньями одной производственной цепочки. То есть, по сути дела, уже одно это объединяет. Вот. Наша целевая, соответственно, аудитория – это производители пивоваренного ячменя, это те же селекционеры, это солодовинные предприятия. Уникальность России состоит в том, что все очень сильно смешано. То есть те же пивовары, как мы прекрасно знаем, являются родоначальниками так называемых агропроектов по производству пивоваренного ячменя. Те же солодовщики также выращивают пивоваренный ячмень. Помимо этого, существует и независимая отрасль производителей пивоваренного ячменя. То есть в России уникальная ситуация, которой нет нигде в мире, когда по инициативе пивоваров, по сути дела, сельхозпроизводители производят определенный продукт. И все это настолько очень сильно переплетено, что, по сути дела, эта производственная цепочка, она очень живая, она очень активная и очень нужная. Ну и в беседе о пивной отрасли мы не можем обойти и вопрос грядущих законодательных изменений. Если все-таки пиво будет приравнено к алкогольной продукции, вырастут акцизы, то есть вот опять же с торговлей тоже произойдут некие изменения, невозможно будет продавать пиво в киосках плотностью выше 5%, да, содержанием выше 5% по спирту. Что произойдет в таком случае в отрасли, как это скажется опять же и на производстве ячменя у сельхозтоваропроизводителя?
Какие есть прогнозы? Я бы хотел немножко разделить законодательные инициативы, которые на данный момент присутствуют в нашей стране, на две составляющие. Одна касается заботы о качестве пива, о процентуальном использовании солода при производстве пива и направленная на повышение качества конкретного продукта. То, что относится к техническим регламентам. Да, к технической составляющей. И вторая составляющая, соответственно, касается пивоваренной отрасли в целом. И здесь, как я вам уже говорил, являясь звеном производственной цепочки, мы просто-напросто не согласны, и мы не будем мириться с положением вещей, когда пиво у нас, по сути дела, теряет категорию качественного продукта. Потому что вообще пиво – уникальный продукт. В Германии есть слово «Gerstensaft», то есть это сок, полученный из ячменя. По технологической цепочке производства пива – это единственный продукт продовольственный в мире, где присутствует уникально большое количество технологических циклов переработки. То есть на выходе мы получаем всегда качественный продукт, абсолютно безвредный для здоровья человека. И, соответственно, внести в эту производственную цепочку, как иногда говорят у нас вот по телевидению и прочее, какие-то составляющие или что-то, что могло бы навредить на выходе готовому продукту, ну, на мой взгляд, практически невозможно. К сожалению, происходит у нас на данный момент в нашем государстве, я считаю, некая заполитизированность этой ситуации. Да, с одной стороны, мы должны думать о качестве пива, с другой стороны, но почему должно происходить определенное давление на пивоваренную отрасль? По сути дела, она дала нам ту культуру, пивоваренный ячмень, который для большинства сельхозпроизводителей, это же всего лишь культура севооборота, по сути дела. То есть количество компаний, которые производят пивоваренный ячмень, оно очень большое, несмотря на то, что объем рынка достаточно небольшой. И для этих компаний именно пивоваренный ячмень стал той культурой, с которой у них начались перемены к лучшему. И неужели мы должны разрешить, по сути дела, складывание обстоятельств таким образом, что пивоваренная отрасль, по сути дела, у нас окажется где-то на задворках. Я бы не хотел этого. А есть такой вариант развития событий? Ну, вы знаете, если... Ну, давайте представим, да, самый черный вариант. Представим самый черный вариант развития событий. Соответственно, у нас попадает под закон о, соответственно, всех мерах против пива, пиво с содержанием алкоголя в 1.5%. То есть что это значит? Это значит абсолютно практически все регионы и запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, то бишь киосках. Хорошо, в Москве мы пойдем рядом лежащий супермаркет и купим пиво. А что делать людям, которые живут в Сибири или на Дальнем Востоке? Для них киоск, по сути дела, в деревне в своей является единственным местом приобретения продовольствия. Здесь мы рискуем просто-напросто создать ту ситуацию, что пиво станет, по сути дела, каким-то изгоем. Хотя это уникальный, как я сказал, качественный продукт, при умеренном потреблении, полезный для человека. И ну, здесь... о полутора процентах ведь да. Речь не идет, все-таки речь идет о 5%. О 5% в настоящей редакции. Угу. То есть, к сожалению, редакция может быть, не дай бог, может быть изменена. И ограничения, которые накладываются на реализацию и прочее, конечно, это может быть частично в чем-то и оправдано, и частично нужно. Но, опять-таки, боюсь... У нас в России, к сожалению, исторически мы знаем очень много негативных примеров. Когда начинали за здравие, заканчивали за упокой. И сейчас начали мы с чего? С того, что пиво должно быть качественным. А вот чем это может закончиться? К сожалению, мне не хотелось бы видеть, чтобы это закончилось негативом для всей пивоваренной отрасли. Это было бы, я считаю, достаточно серьезной ошибкой, которую потом будет уже очень сложно исправить. Ну, а если все-таки принимается закон в том чтении, где идет речь о 5%, здесь ситуация будет такой же ровной, какие есть у этого плюсы и минусы? Ситуация будет попроще, естественно. Почему? Потому что пиво с долей алкоголя выше 5% в принципе составляет достаточно небольшой процент общего рынка, около 5%. То есть основной сегмент все-таки пива, вы, я думаю, тоже приобретаете пиво и смотрите на бутылках, от 4 до 5% варьируется средний показатель алкоголя в пиве. Поэтому это не вызовет никаких отрицательных серьезных последствий, но мы переживаем о том, чтобы не было, соответственно, понижения этого показателя до
присутствующих в прессе, там, 1,5%, чтобы не было, например, как вот, по сути дела, иногда тоже читаешь прессу, открываешь и говорят, пиво должно быть у нас, соответственно, минимальная тара 0,33, и желательно, чтобы это была вообще даже не стеклотара, да, а жестяные банки. То есть от этих, конечно, инициатив просто здесь встают волосы на голове дыбом, и не хочется, чтобы эти вещи действительно были реализованы. Пусть они останутся, как бы сказать, высказываниями ряда, соответственно, политиков, но я не хочу, чтобы они были реализованы реально в положениях законодательства. Это было бы очень губительно для всей отрасли, а отрасль, вы знаете, дает рабочие места очень большому количеству людей, в том числе в нашем сельском хозяйстве. По нашим подсчетам, производство пивоваренного ячменя задействовано свыше 300 компаний, причем как крупных агрохолдингов, имеющих 100 тысяч гектаров и больше, в том числе и крестьянско-фермерских хозяйств. Вы затронули очень важную тему по акцизам. Здесь я хочу привести параллели, например, с Германией. Схожее примерно производство пива в год, плюс-минус 100 миллионов гектолитров. Немецкая пивоваренная отрасль платит акцизные отчисления, так же, как и в России, составляющие примерно в год 750 миллионов евро. Если мы пересчитаем это на литр пива, мы получим сумму примерно равную 3 рублям. Это как раз же именно эту сумму платила российская пивоваренная промышленность до повышения акцизов. То есть сейчас создалась ситуация после троекратного, как мы знаем, повышения акцизов, что непонятно, почему российская пивоваренная отрасль должна платить, к примеру, в 3 раза больше за пиво, чем в Германии. Нужно это или можно было как-то этого избежать? К сожалению, политическое решение было принято. И, естественно, это опять-таки сказалось чем? Очередным обвалом. Если мы смотрим динамику производства и продаж пива, соответственно, прошлый год ознаменовало примерно 15% падение, соответственно, производства пива. Если мы так дальше будем продолжать успешно реализовывать законодательные инициативы, ну, что мы будем иметь? Мы будем иметь, по сути дела, самые негативные последствия. Причем не только в пивоваренной отрасли, но что для нас с вами самое главное, у нас не будет востребован пивоваренный ячмень. И это жалко. Культура интересная, нужная и дающая хозяйствам реальную прибыль. Ну, так получается, что цены на пиво так или иначе будут расти. А вот при любом раскладе, при любом принятии закона и при любом принятии технического регламента. Естественно. Почему? Потому что, когда мы меняем законодательство, это то же самое, как если, например, таможенное регулирование. Изменили, повысили, конечно, в первую очередь, тяжесть финансовую ощутит на себе обычный потребитель. Потому что, ну а куда деваться пивоварам? То есть определенная рентабельность, есть затраты на производство пива, которые достаточно большие. Естественно, должна закладываться определенная маржа в работе. И если существует законодательство, которое удорожает процесс производства пива, соответственно, у нас происходит удорожание конечного продукта. А в России мы знаем, часто 1 копейка, которая в производстве произошло удорожание, если по всей цепочке пока это дойдет до конечного потребителя, из копейки складывается уже 50, а то и рубль. Рынок, все-таки пивной рынок, это рынок крупного товаропроизводителя. Что происходит с мелкими и частными пивоварнями в России? Пришло ли их время, начинают ли они развиваться? Все-таки процент, ну, их стал больше, да, за последние 5-7 лет. Но нет ли вот сейчас каких-то подвижек для того, чтобы этот процент еще более увеличился? Вы знаете, я считаю, это хорошо, когда появляются, всегда, в любом, неважно какой сегмент рынка, важно, чтобы было много игроков, всяких и разных. Только тогда рынок сбалансирован. Когда есть крупные, средние, мелкие производители, мелкие в чем-то могут побыстрее сориентироваться, чем крупные. Крупные их зачастую даже догоняют. И сейчас у нас сложилась очень приятная ситуация, которая лично мне нравится. Увеличение количества мелких и средних производителей пива. И одновременное увеличение производства уже существующими мелкими и средними производителями объемов производства пива. Можно только поприветствовать, хотя до той же Германии, опять-таки, нам достаточно далеко. В Германии в среднем существует и работает около 1350 пивоваренных производств по всей стране. Это, опять-таки, при равном производстве пива. У нас в России цифра в несколько раз меньше. Так что, я думаю, у нас есть потенциал для развития этого сектора бизнеса. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что вы смотрели программу «Аграрный вопрос». Гостем студии был Александр Мордовин, член научно-экспертного совета Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации, а также президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя и солода. Меня зовут Алексей Киян. До встречи на Агро-ТВ и успехов в добрых делах.